Хей, йоги, сумешмики, и мы продолжаем пройти игру под названием After Death. Да, после смерти. Окей, у нас сейчас все сделается, все развернется делом. Опять же, как вы понимаете, черные полосочки, значит, оконный режим. Полетели. А у меня еще снизу есть проход. Так. Давайте тогда вернусь. А, нет, не вернусь. Вот это, короче, у нас херня, которая плюется кислотой. Летающие скелеты. Это, знаете, совместили летающий скелет ледяной. И тех жуков. Но этим нужно по 4 удара. Будет ли тут какие-то сильные враги? Да, будут, конечно же. Вот они. Быстрее это не сильно, а бесящие. Потому что он большой и сильный. Very big, very strong, very ice and strong. Так. Вот это скелеты, вот они бессмертные. То их атаковать вообще бессмысленно. Их атакуй, хоть не атакуй. Так, все, сохраняемся. Так, что у нас снизу? Вниз еще рано. Вперед по этажу. Ай. Айн. Твайн. Драйн. Он свайн драйв. Он свайн драйв. Так. Это с картом. Наверху, как вы видите, много у нас что? Есть много чего, много чего. Так, я не помню, могу я сюда пройти, или там мне нужно элементы? Мне нужны элементы. Поэтому возвращаемся обратно. Так, по прямой. Сохраняемся. Так, а там мне... Подожди, а что по снизу? А, все, лед. Хорошо. Ух, главное, что аккуратненько. Поехали. Что ты делаешь, я не помню. А, вспомнил. Тун-тун-тун-тун-тун-тун.
Тун-тун-тун-тун-тун. Ой, бля, вот это начинается. Сука. Yes, 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 yes. А это знаете, в чем проблема? А потому что у меня нету дополнительных сил. Поэтому меня атакуют, потому что меня убивают. Ладненько. Поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай. На, 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 на. А, блин, зараза. Ножики он свой метает в меня. Ишь ты, какой. Сильный он. Very strong. Так, а вот это вот костюмчик. You have your only one training to do something all the other or the useless. Короче, вот это доспехи у нас огненные. Огненные доспехи более наносят больше урона по врагам. Прессе. Короче, просто Е или С, знаете, варианты. Ой, ладно. Так, хорошо. Сохраниться. О. Местечко, да? Больничка. Это такое жуткое на самом деле место. Короче, это мы, походу, в больнице. Видите, тут кровь, все такое.
Жуткое место. Не, она не ваншотит. А ну не, ну блин, ну что за дерьмо? Ай. Так, телепорт. Все, все, я бегу, я бегу. Давай быстрей, быстрей, быстрей. Фух. Изи. Изи. Класс. Нам нужно апнуть когти. Если что, в огненном быстрее двигаться в воде, чем в ледяном костюме. Это тоже можно увидеть. Так, окей. Стой, что сюда телепортнулся. Мне нужно сюда. Наверх. Сохраниться. Сейчас пойдем наверх, самый туда. Где сначала был боссом закрыт проход. Сходим. Подожди, а куда мне вообще? Мне вниз нужно. А, там закрыто еще. Закрыто. Полетели. Ага, так мне наверх не забраться. Хорошо. Поищем еще проход. Короче, наверх мне не вариант сейчас попасть. Так, сохраняемся. Тихо, тихо. Мне наверх надо. Я заберу это. Давайте вниз. Хлоп, хлоп, хлоп. Вот это я вообще не понимаю, как проходить. Почему? Потому что огонь у них упирается. Как бы то ни было. Я не могу плавать в огне.
Даже если я беру огненный костюм, я все равно плавать не могу. Ну-ка. Найс. Ладно, пойдем в эту сторону. Да, видите, типа, лед больше наносит им повреждений. Куда я иду? Никто не знает. Зачем я туда иду, я тоже не знаю. Но я знаю, что я могу туда дальше пойти. Потому что у меня что есть? Правильно, разморозка. Что классно? То, что я туда уже попасть не могу. Найс. Сука. Я не помню на самом деле, либо этот. А, нет, этих убивает огонь. Видите? Так, давайте еще вспоминаю, где еще не было. И куда я могу именно пойти. Так, сохраняемся. Я, в принципе, могу еще вниз пойти. А мне туда и как раз и нужно. Я могу в некоторые локации пойти там, где вот пустыня была. И могу там залезть. Хотя давайте я, наверное, так и сделаю, стоять. Там, где я мог замораживать и размораживать. Вот сюда, да? Так, сюда и наверх. Вообще посрать. Ну, вообще посрать. Так, хорошо. Ждем. А если я их, знаете, сначала заморожу, потом... Сначала заморожу, а потом разморожу. Так, плюс еще сердце. И земля. Так, хорошо. Так, далее. А там еще есть, подождите, куда-то проход. Далее.
Далее, далее, там снизу еще проход есть. Либо там трава. Так, сюда. Сверху у нас трава, значит, нам вниз. Значит, нам вниз. Или не вниз. А, нам вон наверх хотел. Ну да, для травянистых, походу, вот это слабость. Потому что они же из травы. Так, а почему тогда для них? Это лед. Странно. Странно. Если не ошибаюсь, я еще для паука должен получить двойной прыжок. А я не ошибаюсь. Улучшенные когти. Или улучшенные когти, либо дамаг плюс. Я не помню, нужно, короче, проверять вот эти стены. Я немножко помню, где, помню, заходил. В эти ебучие стены. Поэтому как-то так. Здесь, я помню, была где-то стена. Вон, да. Но это алтарь еще закрытый. Это, короче, последний алтарь, когда мы уже всех боссов убьем. Почему я пошел не сюда? А? А? Или не сюда? А мне сюда нужно, кажется. Так почему я пошел не сюда? Давайте это узнавать. Так мне, походу, сюда и нужно. О, черт. Ну ладно. Я думаю, хп будет достаточно. Надо брать. Это мы сейчас в водный мир идем. А, давайте, я думаю, до сохранялки дойдем.
показывает, что там проход есть. Тоже место такое отбитое. Где-то там учиться сейчас мне нужно. О, все, у меня же когти улучшены, точно. Вот, сила. Power. Ну, теперь я могу юзать два раза. Так, мне теперь сохранялку где-то нужно найти. И заканчивать серию. И заканчивать серию. Там, короче, еще один тип врагов бешеный есть. Корабль. Все, мы их типа ваншотим. Все, GG. Сейчас мы на корабле там сохранимся, да и все. Да, на кораблике сохранимся. Только я не знаю, на каком участке, на верхнем или на нижнем лучше сохраниться. Давайте на верхнем. Все, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.